Всем доброе утро. Я готовлю завтрак. У меня на лице еще хуже, чем вчера. Прям вообще все в отеках. Все шелушится. Это пипец какой-то. Но мне надоело жаловаться, поэтому я сегодня взяла гормональную мазь, которую от аллергии намазала. Не знаю, можно ли это делать под глазами, нет. Я намазала. Я сегодня проснулась и первым делом поняла, что я вижу свои мешочки. Кстати, вчера купила в Доброцене вот такой сыр. Офигенно вкусный. Я его вчера уже пробовала. Он прям такой соленоватенький, прям мне нравится такой. Не пресный, как вот есть. Вот я сама, если со сметаны делаю творожный сыр, то вот он вот такой же получается. Он слегка соленоватый. А если покупать какой-то еще мы брали. Я не помню даже название. Он просто как будто, знаете, вообще в нем. Ну, просто без добавок, без всяких. Мне вот этот нравится. Сделаю себе. Что-то я разошлась. Прям аж решила сделать 4 бутербродика. Но они вот такие. Я пополам режу хлеб. Получается 2 куска хлеба. Кусочка. Куска уж так говорю. И вот, не знаю, съем я, нет. Я что-то сегодня с утра и таблетку выпила. Дома. Одела сегодня такой классненький у меня. Сейчас покажу. Кошка у нас что-то с ума сошла. Ага, видно. Ну, короче, он длинный до пола. Такая длинная рубашка. А вот, собираемся с Аленой обедать. Аленочка сегодня молодец. Убралась в доме, все помыла. Сегодня прям заметно, что она этим занималась. В прошлый раз ее просила, вообще было незаметно. Сегодня пол прям классный, чистенький. Будем кушать, Алена, картошку вчерашнюю доедать, а у меня гречка. Я пережарила лук с морковью, перестань орать. На сливочном масле добавила туда гречку. И помидорки, как я вчера делала. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. У нас кошка орет. Вот просто села, смотрит на тебя и орет, что у меня кожа слазит. Влезла. Что она хочет, вообще непонятно, почему она орёт. Вот она просто, знаете, как будто что-то сказать пытается. Но мы по-кошачьи, к сожалению, не понимаем. Поэтому вот такие вот дела. Всем приятного аппетита. Я на улице. Пошла в фикс-прайс. В общем, нужно найти контейнера. Точнее, даже не контейнера, а коробки под хранение. Не знаю, размер написала. Одной большой такой не будет. Вот нужно, чтобы две было маленьких. Но не факт тоже. Хотела бы снимать в фикс прайсе уже дома. Но... Там народу как наоборот, просто. Это я ругаюсь, банк опять какой-то звонит, заколебали. Каждый день по 3 раза кто-нибудь да названивает. В общем, хотела в фикс прайсе поснимать, но там было столько народу, что просто там не протолкнуться, они что-то там кипишат, кипишат. Мы еще там с парнем с одним встали возле этих контейнеров, неважно, возле чего. Встали и думаем, я думаю, и он стоит, размышляет, куда они ему подойдут, видимо. Жарко так на улице. 23 градуса, кажется, прям очень жарко. Но 23 это тенечек. Сейчас покажу, какие я купила. Покажу прямо здесь. Взяла контейнер вот такой большой. Хочу попробовать в него составить. Он даже катается. В него составить всякие либо порошки, либо шампуни. Сейчас посмотрим. Один пока взяла. Вообще хочу 2 таких, чтобы они между ванной и этой стиралкой, там шкафчиком стояли. Так, что у нас тут? Ничего такого тут-то нету. Так, взяла для чистки одежды. Наконец-таки я их аж 2 взяла. Скоро школа. У нас эта сама штука есть, а ролики все позаканчивались. Так, Алене взяла гуашь. Это взяла на новую мойку потом. Пока увидела, думаю, пускай она будет. Взяла себе следики. Не стала брать белые. Что-то не знаю, почему я в белые тапки взяла черные. Ну, короче, что-то хотелось мне черные. Салфетки вот эти обожаю. Вот, взяла эти салфеточки. И 2 контейнера. Маленький вот такой и большой. Сейчас будем пробовать, что получится, как расставить. Здесь пока вот эта фигня. Сейчас посмотрим, как влезет туда контейнера. И хочу все поразложить. Она прозрачная. Я изначально ее из-за этого не хотела. Там все лежит. Вот. И тут место. Вот получается, та моя коробка сюда не влазит. И будет здесь вот так.
Сейчасчик. Вот это только надо подальше, но там позади еще одна стоит. Поэтому вот так. Косметичка моя стоит. И здесь бы, конечно, еще коробочку, было бы удобненько. Но пока пусть будет так. А в эту я составила все шампуни наши. Надо наоборот ее поставить. Все шампуни, все пены для ванн, соли. И вот она вот так очень удобненько стоит. Здесь, кстати, можно еще одну поставить, но мне еще одна не нужна. А с той стороны уже у меня стиральные порошки, моющие средства всякие. И практически этого не видно. И ванна моя страшная. Сюда надо купить эту штуку. Я каждый раз собираюсь. Ванна практически вся закончена, красивая. И вот это вот. Та-дань! Сегодня включала стиралку на чистку барабана. Почему-то стала пахнуть стиральная машина. Я проверила, гидрозатвор у меня, во-первых, испортился. Ну, упал шланг, и он стал низко. Ну вот сейчас почистила. Надеюсь, запаха не будет больше. Сейчас уже ночь, я вообще забыла, что нужно было поснимать. Тут втыкала, честно, в телефон, искала, что там делать, потом занималась инстаграмом, уже пошла заниматься щеткой, у меня по очереди день скраб, день щетка, но тут, когда я сгорела, я пропускала 2 дня, вот, и сейчас опять уже взяла щетку и такая понимаю, блин, я же забыла с вами попрощаться. Сегодня в инстаграме было очень интересно. Мотивация, чтобы идти к своей цели, а не искать легкие пути к этой же цели. Пока вы их ищете, вы бы сложным уже бы 150 раз дошли. Это я вам спойлер. Аленка, за компьютером опять не могу выгнать. Нужно спать ложиться. И у нас каждый вечер одна и та же песня. Она мне сейчас, сейчас. Час. Мне еще нужно скраб сегодня сделать на лицо, скорее всего. У меня нет, правда, такого меленького скраба. Потому что у меня шелушится, если я скраб не делаю, у меня прям пипец. Прям этими шматками можно кожу снимать. Она мне потому что обгорела, и теперь добросовестно облазит. Глаза мои меня убивают. Мне пришли патчи, но я понимаю, пока у меня не пройдет аллергия. Это жесть. Я как Шарпей. Глазами, по крайней мере. Вот. Так что, спасибо, что были с нами. Всем пока-пока.